Друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня готовим блан-манже. Это десерт. Сегодня он будет у меня на основе творога и желатина. Также я буду дополнять, украшать свой десерт ягодами. У меня сегодня шелковица и виноград. Для начала нам надо соединить желатин с молоком. Разведем, даем набухнуть желатину. Пока займемся ягодой. Я взяла сегодня виноград без косточек. Можно взять любую ягоду, какая есть на данный момент у вас. Также можно взять компотные фрукты или ягоды. Несколько виноградин и шелковиц я отложила для декора. Отставляем их в сторонку. Желатин набух. Отправляем его в ковшик или в микроволновую печь. На водяной бане буду его разводить. Нагреваем кастрюльку и доводим желатин до полного растворения. Подготовим форму, куда мы будем выкладывать будущий десерт. У меня силиконовая форма, и ее надо тоненько промазать маслом растительным без запаха. Проверяем молоко. Форму оставляем в сторону. Сейчас берем творог. Количество ингредиентов будет указано под видео. В творог я наливаю немного ванильного масла. Можно ванилин, можно ванильный сахар, у кого что есть. Сюда же мы отправляем сахар. Сейчас творожную массу надо превратить в крем. Желатин в молоке полностью разошелся. Выключаем газ. И теперь сюда, в молочную смесь, мы возьмем немного творожной массы. Совсем немного. Перемешаем. Выливаем это все в творог. Еще немного это все на минимальных оборотах соединим при помощи блендера. Вот такая масса получилась, кремовая, однородная, нежная. Теперь, друзья, в эту массу мы отправляем подготовленную шелковицу и виноград. Перемешиваем. И выкладываем наше будущее желе в форму. Эту форму мы отправляем в холодильник. Я подготовила еще алюминиевую форму, простелила целлофановый пакет и оставшуюся массу выкладываем сюда. Разровняем. Вторую порцию мы тоже отправляем в холодильник застывать. Друзья, прошел час, я достала из холодильника форму силиконовую и переложила содержимое из силикона на блюдо. Украшаем наш десерт. Берем сахарную пудру, немного сверху присыпаем это все. Вот такой вкусный, полезный десерт мы сегодня с вами приготовили. Основным ингредиентом здесь выступает творог. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!